стену. Это не покрашенная стена, а вот здесь, видите, уже покрашенная. Вот. Покрасили. Это не покрашенные. Чем мы его покрасили? Взяли, вот здесь у нас тазик такой, взяли 2-3 мастерка цемента, насыпали туда, налили немножко воды, растворили, чтобы чуть-чуть густой был раствор. Растворили в воде цемент, и вот тряпочкой его мажем вот здесь стену. Для чего это делается? Вот здесь, если вы видите, трещины имеются на стене. Ну, где штукатурена. Вот эти трещины, вот здесь, где мы мажем, здесь уже этих трещин нету. Трещин этих нету, и ровная поверхность получается, гладкая ровная поверхность, без всяких трещин. И еще она, цемент, она впитывается, и образуется твердый, ну, твердый слой сверху. Крепкий твердый слой. Вот так мы его покрасим сейчас тряпочкой, а потом, может быть, сверху еще щеточкой, чтобы красиво было, еще один слой такой же из цемента и воды. Нанесем, и все, дом полностью готов. Здесь тоже вот подготовили, чтобы верхнюю часть покрасить, вот там, который тоже трещину убрать. Все, здесь будет стоять и красить. Потом уберем и с нижнюю часть покрасим. Вот такой у нас комнатка получилась здесь. Небольшая.